Вот видите, труба. А вот видите, такая фигня произошла. Разорвала. Видите, вот труба выпухлая. Это 6 на 8 профиль. Так в чем прикол? Почему так выперло? Вообще именно, на самом деле это мой косяк, как прораба, почему? Потому что осенью надо ставить пробку на трубу вот туда. Потому что попадает вода и замерзает, и распирает. Вот такая пижня случается, поэтому провтыкивайте эти моменты. Вот на этих заборах, видите, уже есть такие пробки. Ну, вы понимаете, но там еще есть как бы, смотрите, и тут вот отошло. Прораб провтыкал, не заметил вовремя и получил. Но там, как видим, нигде не пооторвало, тут тоже не оторвало, повезло. Так что имейте в виду. Юрец, не улыбайся, ты заколебал. Ставим Юрцу лайки. Юрцу ставим лайки. Дякую. Ну что ты вечно нервничаешь? Чтоб бочку мою не спиздили. Теперь можете подписаться. Я вообще не обижусь. Вообще всем пиз, всем мира, прежде всего.